Генеральные партнеры программы «Страна советов КИДС», Калининградская железная дорога, филиал ОАО «Российские железные дороги», торговый склад «Парад» и сеть магазинов обуви «Каприз». Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире первого городского «Страна советов КИДС» и ее ведущий Даня Яковлевич и Гуська Ульяна. Корреспонденты нашей программы приготовили для вас столько интересного. Смотрите сегодня. Быстро, удобно, экономно. Делаем покупки в интернет-магазине. Шедевр своими руками. Продолжаем развивать творческий потенциал нашей постоянной рубрики «Мастер-класс». Первый раз в детский сад. Мы подскажем, как отправить малыша в садик без слез. Новый учебный год в новой клевой обуви. Где такое взять, выяснили наши корреспонденты. Ульяна, ты знаешь, так скучился по нашим телезрителям, корреспондентам, оператору и редактору. Да, пока мы отдыхали в лагере, они работали. И о чем наш первый сюжет? Сейчас узнаем. А давайте, кто дальше камень кинет. А что, клевая идея. Ребята, такие шалости могут привести к необратимым последствиям. Да с первого раза светофор не разобьешь. Мы просто покидали, что здесь такого? Мы постоянно так веселимся и ни разу не разбили светофор. Ну, только чуть-чуть раскололи. Но это не считается. Ребята, вы выбрали далеко не самое лучшее развлечение и очень опасное. Хотите знать почему? На железной дороге движение поездов регулируется светофорами. Точно так же, как и на автомобильной дороге, водители машин всегда ориентируются на сигналы светофора. Машинист, ведя поезд, то же самое ориентируется на сигнал светофора. И если будет линза светофора разбита, то машинист не увидит красный сигнал светофора, не остановится и выйдет на перегон, на котором может находиться встречный поезд. Произойдет столкновение поездов. Последствия могут быть самыми ужасными и самыми трагичными. Представьте себе, если это будут пассажирские поезда. И представьте себе, что в этом поезде могут быть ваши одноклассники, родные или близкие. Но есть еще одно последствие, которое коснется персонально вас. Но о них вам лучше всего расскажет сотрудник полиции. Добрый день. Разбив линзу на светофоре, вы не только причиняете материальный ущерб, вы также совершаете действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте, то есть совершаете административное правонарушение, штраф за совершение которого составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а также для несовершеннолетних постановка на профилактический учет в органах полиции. Да, я тоже знал, что все так серьезно. Да, и штраф 5000 рублей. Да, пойдемте лучше в другое место погуляем. И я с вами. А вам, уважаемые телезрители, не перестаем напоминать, железная дорога не место для гуляний и хулиганств. Пока-пока! Барабанная дробь. Смотрите внимательно. Наша постоянная рубрика «Мастер-класс». Да, лето, прямо скажем, нас в этом году не радует. И к нам в редакцию просто шквал звонков. Родители интересуются, куда можно отправить своих детей, кроме парков, аттракционов, кафе, аквапарков. И мы знаем, куда. Да. На мастер-класс! Здравствуйте! Сегодня мы будем делать с вами фигурку песца. Вот такого, смотрите.
Материал, из которого будем делать фигурку, это полимерная глина. Она мягкая, как пластилин. Из нее можно слепить все, что угодно. А потом в конце она запекается и становится твердой, как пластмасса. Давайте рассмотрим фигурку певца. На самом деле у него очень-очень красивая фактура. И для того, чтобы сделать такую же фактуру, да, шерстку, нам нужно взять белую полимерную глину, разъединить ее на две части и из каждой части скатать очень-очень тоненькую колбаску. Вот такую примерно. Смотрите, вот из таких кусочков мы делаем фактуру хвоста. Нужно обязательно заострить два кончика, чтобы потом соединить вот так. Для того, чтобы доделать нашего песца, нам нужно взять два кусочка полимерной глины, раскатать их и слегка заострить два кончика. Это будут уши нашего песца. Они длинные. Дальше мы берем черный цвет. И нам нужно сделать глазки и носик. Фигурки песцов почти готовы. Нам нужно только дома запечь их в духовке при 110 градусах 20 минут. И вы записываетесь на мастер-класс в Хобби Дом по номеру 311-066. Пока-пока! Так, ручки я купила. Рюкзак новый тоже плюс. Ульяна, ты что делаешь? Да, можно сказать, то, что к новому учебному году почти готово. Осталось только сменку купить и новые туфли. Тогда смотри наш следующий сюжет. Вот повезло, так повезло. Купила к школе и туфли на линейку, и сменку. Новая коллекция со скидкой 20%. Спросите, как? Смотрите, как это было. Прогуливалась я по магазинам. Ну так, знаете, просто посмотреть. Я и покупать ничего не планировала. А тут смотрю, акция 1 плюс 1 равно скидка 20%. Такого пропустить я не могла. Захожу, глаза разбегаются. Решила, буду мерить все. Нравятся и эти. Ох, как нам, девушкам, сложно. О, может, Владу позвонить? Ему обувь к школе тоже нужна. Заодно и мне выбрать поможет. Кстати, для мальчиков тоже очень клевые туфли можно подобрать. Влада тоже, ой, как непросто было выбрать. В общем, выбрали мы по две пары каждой. Довольные! Вот так, повезло так повезло. Хотите, как мы? Приходите в магазин «Каприз». Пока-пока!
ты знаешь, я вчера был у своего лучшего друга Семена. Да? И что вы там делали? Знаешь, провели время с пользой. Откуда у тебя это лего? Я все магазины проверил, нигде его не было. А я никуда не бегал и не потратил ни времени, ни сил. Это как? Все элементарно, смотри. Нам нужен интернет-магазин Град Тойс. Это лего ты хотел? Заказываем. Да, я смотрю, тут чего только нет. Лего, машинки, надувные шарики, оружие, настольные игры, даже все для малышей. Да, тут есть все. Даже акции и скидки, как в настоящем магазине. Ну, клёво, надо будет маме сказать про этот интернет-магазин. Познаешь, все, у меня появились дела неотложные, я лучше домой пойду. И вы сходите в интернет-магазин игра.тойс. Ульяна, ты во школе соскучилась? Нет, конечно, ведь мне так нравятся каникулы. Можно отдыхать, валяться на пляже, купаться и никаких уроков. А вот я тоже не соскучился по школе, а вот по садику соскучился. Ведь там в садике каждый день каникулы. Сколько захочешь, можешь есть, спать, гулять да играть. Первые дни в саду самые тяжелые. Я так скучал по маме с папой, да и по дому. Но ничего не поделаешь, родителям надо было идти на работу. Но чтобы легче перенести разлуку, воспитатели советуют. Я бы посоветовала родителям, конечно же, в первую очередь, хотя бы 3 раза в день говорить ребенку «Я тебя люблю». Не просто дежурной фразой, а как-то с таинством. На ушко прижать, обнять и сказать «Ты самый лучший». Я тебя люблю. А чтобы отвлечь малыша от разлуки с родителями, воспитатели проводят интересные занятия. Поют, танцуют, рисуют, и малышам скучать не приходится. Логаритмика – очень прекрасное занятие, которое помогает человечку, особенно маленькому человечку, войти в курс дела. То есть забыть о том, что мама ушла, и включиться в процесс. Это пальчиковые игры, это пропевание стихотворений и с ритмом, чувство ритма. Это доля театрального искусства, когда он выходит к публике и говорит или учится говорить. Потихонечку с первых 2-3 занятий они входят в курс дела и сами уже просятся на занятия. Как только заходят, кричат «Занятия!» и садятся. А после занятий можно погулять, вкусно покушать, а потом поспать. Детский сад «Капелька». Малыши идут с большим удовольствием. Там точно не будет скучно. Родители, торопитесь. В саду открылась дополнительная группа. Первый месяц оплата всего 50%. Приходите. Город Калининград, Балашовская, 5. Город Гурьевск, улица Советская, 59. Дань, представляешь, на меня вчера нашло
вдохновение. Села я порисовать, а фломастеры все повысыхали. Так краски бы взяла. Краски тоже. Ну, порылась бы в портфеле, нашла бы чего-нибудь. Так я на каникулах все повыкидывала. Тогда смотри наш следующий сюжет. Засохли фломастеры, краски не рисуют. Значит, пора купить новое. Мне друзья посоветовали зайти в этот торговый центр. Мне как раз новая школьная форма нужна. И платье для праздника тоже нужно. И школьная форма на сменку мне тоже пригодится. Тут и портфель есть. Какие клевые развивающие игрушки. А мне как раз нужен подарок для друга. О, то, что надо. Беру. Еще я должна купить игрушку для своей младшей сестры. Может, такой бибикар или летающий щенячий патруль. Интересно, а что там? Тут еще и кинотеатр есть. Детский клуб? Да здесь есть все. Салон красоты? Здесь еще и фотостудия есть. Какой клевый торговый центр. А краски-то я так и не купила. Так, я назад, а вы приходите в торговый центр «Экватор». Это все на сегодня? Да, Даня, все. И с вами была Кузькова Ульяна и Данила Веклич. Пока-пока! Генеральные партнеры программы «Страна Советов Кидс», Калининградская железная дорога, филиал ОАО «Российские железные дороги», торговый склад «Парад» и сеть магазинов обуви «Каприз».Ограничивайте своих детей в творческой самореализации. А за всем необходимым приезжайте на оптовый склад «Парад», Яблочная, 3Б. Давай сыграем в футбол. Что-то не хочется. Ну и ладно, я и один могу. Смотри, прямо по краю поля веду. Костя, осторожней. А, мяч! Шарик, ко мне! Нет, шарик ко мне! Железный Макс! Спасибо! Хорошо, что успел до финального свистка. Ого! Да уж, мячик стал тряпочкой. Потому что платформа не футбольное поле. Здесь нельзя играть ни детям, ни собакам. Поезд гораздо быстрее любого футболиста. В такой игре победителей не будет. Ребят, железная дорога не место для игр. ОАО РЖД заботится о вас и просит соблюдать простые, но очень важные правила безопасности. В новый учебный год с выгодой! Легкая, модная, удобная, красивая коллекция школьной обуви уже в сети магазинов «Каприз». При покупке двух пар скидка 20%. Ту-ту-ту-ту-р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 у-